Ибрагим! Кто с вами это сделал? Скажите мне. Которая по счету смерть? Сколько мне раз умирать? Паша, я здесь, рядом с вами. Госпожа. Что происходит? Что вы делаете? Госпожа. Ибрагим, что случилось? Не беспокойтесь, госпожа, пустяки. Паша был ранен стрелой, я думаю. Что? Как вы могли от меня это скрыть? Опасности нет. Не волнуйтесь. Откуда вам знать? Нигер, ступай, приведи врача. Кто с тобой это сделал? Не знаю. Не знаю. Хотя же... Ибрагим. Держись, Ибрагим. И не думай сдаваться. Хотя же... Ну, где вы ходите? Скорей же! Эту рану я обрабатывал. Только она хуже стала. Как это может быть? Что ты говоришь? Стрела могла быть отравлена, госпожа. Яд по телу распространяется. Хюррем. Повелитель проснулся? Спит, повелитель. О, Аллах, как же его разбудить? Клянусь, дело срочное. Мне надо сообщить ему важную новость. Аллах, я весь аж вспотел от волнения. Ну давай, открывай уже, как же это мы ему скажем? Повелитель, не хотел вас беспокоить. Что стряслось с утра пораньше? Повелитель, Ибрагим Паша болен и опасно. Чем болен, говори? Я сам не знаю. Только говорят, состояние его тяжелое. Госпожа. Сюмбеляга. С Ибрагимом Пашой что-то случилось? Аллахом клянусь, не знаю, госпожа. Кто-то из вашей семьи по мере своего возвышения все ближе к смерти. Ибрагим.
Держись, Ибраким. Держись, прошу тебя. Ради меня. Ради нашего малыша. Йосеф Эфенди, сделайте что-нибудь. Его стрелой отравленные ранили. Йосеф Эфенди. Вы уже один раз спасли его. И второй раз можете. Вы слышите меня? Спасите Ибрагима Пашу. Заклинаю тебя, помоги. Хатиджи, я здесь, все хорошо, успокойся. Нигер Калфа, Хатиджи, отдыхать пора. Что ты скажешь? Мы опоздали, повелитель. Я тоже проник в его тело. Стрела была отравлена. Что за стрела? Какой еще яд? Так ведь Паша вчера из лука ранен был. Хатиджи, тише, вспомни о ребенке, что ты носишь. Даст Аллах, Ибрагим и с этой напастью справится, он выздоровеет. А если не сможет? Если умрет он? Что тогда будет? Хатиджи. Как вы тогда свой грех искупите? Ибрагиму сами же жизнь гарантировали, помните? Хатиджи, дочка. Мама! Ибрагим умрет. Они его погубили. Совершил это злодейство. Кто бы то ни был, он близко к нам подобрался. Обретая власть, приближается к смерти. Хатиджа Султан меня беспокоит. Хочу сегодня ночью побыть с ней. Это было бы прекрасно. Госпожа.
Госпожа, что такое? Куда вы идете? Почему вы встали? Идите в постель. Он умер. Ибрагима больше нет. Нет. Откуда такие мысли? Ничего подобного. Не надо мне лгать! Вы от меня скрываете. Умер. Я вас не видел. Его статуи плакали. Я видела их слезы. Это был кошмар, госпожа моя. Защити Аллах. Если бы что-то произошло, нам бы сообщили. Нет. Я видела. Видела во сне. Давайте, госпожа, поднимайтесь тоже. Нет. Вставайте, поднимайтесь. Госпожа. Госпожа. Идемте, госпожа. Все пройдет, госпожа. Оставьте меня. Вам нужно лежать. Вам нужен отдых. Ладно. Я посплю. Только оставьте меня. Хорошо, вы ложитесь. Мы будем рядом. Я же сказала вам. Уйдите. Оставьте меня. Быть, Гюльфем. Я даже не знаю. Надо приставить к ней служанок. Она может покончить с собой. Что ты говоришь? Она поспала? Она ночью глаз не сомкнула, госпожа. Так и просидела до утра. Хатидже Султан. Как вы? Зачем вы нас пугаете? Госпожа, поговорите со мной. Не огорчайте нас. Так не может продолжаться. Пошлем кого-нибудь во дворец. Надо срочно сообщить Валиде Султан.
Валиде Султан, говори. Хатидже Султан заперлась у себя в комнате. Не разговаривает, ничего не ест. Со вчерашнего вечера так и сидит на кровати. Бедная моя Хатидже не смогла вынести такого горя. Приготовь карету и повелителю сообщите. Дайе Хатун. Хатидже Султан заболела? Повелитель, только что сообщили. Хатидже Султан занемогла. Что здесь делаешь? Что с ней? Ей ночью кошмар приснился. С тех пор так и сидит. Не разговаривает. Можете ненадолго оставить нас? И как же ты смеешь? Я сказала, выйдите. Не забывай, с кем ты разговариваешь. Госпожа, не надо. Идемте со мной. Оставим ее с ней наедине? Повелитель. Хатидже у себя? У себя. Она одна. В чем дело? Хюрем велела, чтобы мы обе вышли из комнаты. Что значит велела? Хотела там остаться одна. Что она там делает? Госпожа, посмотрите на меня. Мне в глаза. Госпожа! Хатидже, прошу, не сдавайся. Так нельзя. Это нелегко, знаю. Я тебя понимаю лучше всех. А знаешь почему? Я знакома со смертью. Я потеряла всех, кого любила. Маму, папу, сестру. Мой мир был разрушен полностью. Я не хотела даже дышать. Я ненавидела всех и вся вокруг. Я говорила, что никогда больше не буду улыбаться. Думала, что не смогу быть счастливой. Я желала смерти, бунтовала. Но все так изменилось. Сначала я влюбилась. Потом мой сын родился. Когда я впервые взяла его на руки, все закончилось. Я стала матерью. Я сказала самой себе, что бы ни случилось, я буду жить ради детей. Дети привязали меня к жизни. Моя любовь к ним вернула мне силы и желание жить. И ты тоже сможешь, Хатидже. Малыш так нуждается в твоей теплоте и нежности. Дотронься до него. Ну, дотронься. Послушай, почувствуй. В тебе новая жизнь. Маленькая жизнь, которая связана с твоей. У него никого, кроме тебя, нет. Ты не оставишь его одного. Пойми, сейчас ты подвергаешь опасности его жизнь.
хотела одного. Иметь семью. Ибрагим. Я... Наши дети. Не вышло. Ибрагим еще не умер. Он не умрет. Он не оставит тех, кого любит. Ты должна быть рядом. Чем сидеть тут и плакать? Иди к Ибрагиму. Возьми его за руку. Ваши с ребенком души, ваша энергия Ибрагима непременно вернут к жизни. Хюрем права, ты не должна так себя опустошать. Отвезите меня к нему. Ты же в таком состоянии. Сейчас нельзя ехать. Ибрагиму сейчас хуже, чем мне. Поедем, Хатидже. Я тоже волнуюсь. Но сначала поспи, отдохни. Завтра с утра пораньше отправимся в путь. Что ты сегодня позаботилась о Хатидже? Что ты с ней поговорила? Ты придаешь силы мне, моим детям и всей нашей семье. Мое сердце спокойно благодаря тебе. Будешь спокоен? И я тогда счастлива буду. О Ибрагиме думаю. Аллах милостив, он поправится и вернется. Потому что иначе... Скажи тех, кто это сделал. Наверное, уже поймали?